каждом районе области существуют государственные центры комплексного обслуживания населения. И они как раз могут поддерживать эти программы, открывая отделение и дневного пребывания, и занятости для взрослых людей с ментальной инвалидностью. И как раз опыт белорусских коллег покажет, как они это делают на базе государственных центров в сотрудничестве с родительскими организациями. Уникальность в том, что отделение длинного пребывания, оно финансируется на уровне государства. И у нас очень много социальных услуг, которые получают и родители, и ребята бесплатно. Это дает возможность родителям работать. Они привозят ребят и сами едут на работу. И социальное такси забирает их из дома бесплатно.